Ну, заочкует или поедет? Не, не поедет. Или поедет? Жестко. Да. Оно выходи, я к нему подскочу, потому что да. Там не нагребался. Давай. Вперед, дай выше. Все, вот так стой. Вот так стой. Вот это зачетно. Ну, а, есть еще FG-крузер у нас. Давайте FG-крузер рядом. Не-не-не, влево и назад. Конкретно влево и назад. Давай. Не попадешь? Сколько я завел в болото, сколько я. Попробуем. Да, нормально. Не помогает тут не 37. Или там глубже. По траектории Макса, наверное, проехал бы. Ого. По следам пути не пошел. Да, жестко. Вот так сотка во внедорожник превращается, да? Тяжело превращается. Слышишь, легко?
детали. Химчистка. А какая у него машина? Красная? Красная, да? Красная, значит. Да не, красная проедет, красная, блядь. Черная, белая, они не нет. А красные проезжают, да. Красный поджирик проедет. Давай, не очкуй. Да. Антон, ты должен унизить Тойоту. Митсубиси это же унижатель Тойоты, да? Саня, скажи, если патрол был, я бы проехал 100%, да? Там, блядь, Макс, да, да патролом мы пролетели бы не заметили. Да, патрол даже нет. Он бы, если я с разгоном бы, да? Не готов? Пока нет. Давай, минуты две подумай. И утопить. Мы успеем разбежаться. Так, включил стабилизацию. Ого. Смотри. Куда бежать, Валера, куда бежать, говори? Газуй! Саня, газуй! Не заляпай это! А то еще туда полку сделаю. Окно! Окно! Я хочу, чтобы был Windows и иконки. Да не, ну это вообще важно, я считаю. Я считаю, что это там уже накапали. Красавчик, красавчик, стой! Это триподоры или копия? Не, это копия. Копия. Сколько денег? Поменял на два комплекта. Нормально. А это? Есть. Ну задняя же есть блокировка? Передней нету? Нет. Нормально. Вот настоящий внедорожник. Это этого? Это ж малохольного. А, это малохольного? Да. Он как раз бы дрифтил. Вокруг, да, по кольцу загнался. Нет, дрифтить не получилось. Учитесь натягивать, пока учитель показывает. Натягивай, понял, хочет глубже загнать, понял? Говорит, назад давай. Сян воду сливает. Да, на все дело уже накатался. Стал так вообще классно. Да. Саша, ты слишком громко думаешь. Я потому что у меня ребенок. Давайте. Я знал, что тебя одобрит. Надо с камеры. Давай, Саня, иди сюда. Давай, чуть назад. Раз, два, три. Назад, чуть-чуть. Назад, Валера. Чуть назад. Я уже сдал назад. Давайте, на три, четыре. Два, один. Валера, давай копать. Да. Что там, чуть намокло? Да, трошки. Там, блядь, проводка, сука, по низу идет. Да? Надо по крыше пускать. Смотри, как раз, видишь, я под нее подложил. Видишь, как раз жгуты здесь все идут. Блин. И здесь, сука, ложбинка под ним, блядь. Не в тему, конечно. И оно как раз все туда, сука, истекает, блядь. Проверено, что глючит сигналка и стеклоподъемники, больше ничего. Да? Заезжай. Давай! Да ну нахуй! Давай, давай!
Йоу! Там вторые лежат сверху. А у тебя нет этих просечек, чтобы Валере туннели поделать в ушах? Валера. Валера, у меня есть эти просечки, можем тебе туннели сделать на работе. Ну что, парни, зажигаем. Есть что? Дилер. Миша, давай. Дилер, давай что-нибудь. Все нормально. Валера, отсыпь настроение. Нет, заточка нормальная, да? Где, кстати, они идут? Такое впечатление, что всю жизнь в этих очках проходил. Валера, эти лучше, чем лыжные. Ну, напастнее, чем моя собака даже в них, да? Валера, готов? Готов! Да. Я всегда готов! Ну что, стропа не Динамо? Динамо. Так, а вы... Валера, надо первую вперед включать. Нива же это ж кабрио, это ж туса! Валтик, с днем рождения! Валера, на тормоз! Тормози, Валера! Блин, что так долго, а? 10 минут, и никто меня не вытаскивает. Чтоб насладиться успел. Вот этот маньяк, который туда заехал, говорит, я зрителям, я на зимней резине. Представляете, чтобы он был на грязевой? Пошли. Это не резко, это не резко. Не плавно. Да, все, поехали. Это нормальный аппарат, блин. Что значит хорошая машина? Выходи быстро! Валера бросает! Трепадоры! Трепадоры! Круто! Валера, а ну давай на Сузуки! А заметили, что трепадоры в одном месте только проезжают, там по траектории? Уже, да, уже где наказано. 33-е трепадоры прошли, тогда 37-е проходят. Слышь, может и этот проедет там тоже? Что делаешь? По-моему, хочет воду черпать с этого. Нормально, Валер, нормально. Как опытно вошел, а? Да, легендарно вошел. Все, увидел асфальт, смотрите. Пламя вылетело. Все? Не бросил! Я не знаю, что дальше делать, да, Валер? Как взял, так отдал. Если я вперед поехать, но я не люблю портить чужие машины. То есть все, что было до этого, это не портит. Передай Стасу, что я не снял, как он проехал. Ты расстроился? Так а что? Ну я тут проезжаю. Они обе красные. Красные Митсубиси. Славик, покажи, что такое троещина. Ну одна так точно должна проехать. Троещина это там. Слушай, стой, ты хочешь сказать, что ты достал 400 долларей, да? То есть так задом? От слюнявия, то есть колеса. Пары. И теперь есть провокатор. Не, ну я, честно говоря, не понимаю, трату этих денег, то есть смысл. Все, все. Ты должен понимать, смотри, я теперь понимаю, что это Сузука Витара едет, но не везде. Отстой, да? Как это три? Зачем ты туда лезешь, он так выпишет? Вот приезжает три подвора, брось ее тут. Она сама выедет. Машина едет. А в другую сторону? Опять проверка три подвора. Блин, трепадоры, видишь, они на определенных машинах и определенного диаметра нормально едут, блин.
37-е, видно, не их размер, блин. Не дергай, натяжку, может там плохо зацеплено. Нормально. Блин, даже не буксует, смотри. Какой-то внедорожник, видно, неправильный, да? Вот эти белые, черные. Такой. Иди пробуй ним. А, ты вспомнил черный черемок? Не, не черный черемок. Макс! Макс, давай! Давай! Я не верю. А что Макс сегодня ел на завтрак? Ты ему давал тебе таблетки, папа? Смачно! Хорошо! Дальше называется Макс с Макс. Нормально. Давай, с той стороны. Да, что-то он на завтрак хавал сегодня такое калорийное, видно. А, так там Вика, там это, Агнешка. Агнешка? Агнешка, да, он катал Агнешку. Так, тут следующий. Смотри, как я умею. Уже Макс с Агнешкой катаются. Дай мне руку. Ты дама себя видела? Слава, я тебя отговариваю, не едь. Слава, не едь. Ну какие фары еще блестящие. Сфотографирую его до заезда еще. А уже назад он не выйдет. Оля! Оля, я тебя боюсь, как бы тебя не замещили. Все, хорош! Ищи, Валера! Красавчик! Давайте, вытаскивай! Зато фары продолжают блестеть. Где, не копай! Копай! Так это тоже трепатура будет? А где? Какая-то поза. Не камеры, блин, пройти нельзя. Не, ну нормально вошел. Да. Не, я просто после того, как там проехал, я выехал, я сказал, что лучше там уже не ехать. Не, сам накупался, а другим не дает, блин. Я там нарыл. Рывками пусть газует. Не шлифуй! Ну какие-то грибы хавал он с утра сегодня. Валера, а что это за глушитель? Глушителя такая. Это насадка у меня. Насадка слетела. Насадилась? Отматывай. Давай не очку. Отматывай. Во. Вот. Чего? А ну, намотай. Окно опусти. Там грязь попала. Хорош. Рывочками. Ты он постоянно ревешь, ты замыливаешь резину. Тянись лебедой и рывками, газком. Не грайся. Вообще, чуть дотронулся, опустил. Дотронулся, опустил. Ты здесь не перевернешься, нормально, давай. И потом сможешь ездить на 37-х триподорах. Вот так, да, молодец. Поменьше, поменьше. Вот так, молодец. Во-во-во. Все, отдаваем. И раз. Да, это... Не газуй, чуть-чуть, попробуй. Да, этого лучше ехать, чтобы ему посоветовать. Во-первых, это было красиво. Все, не дай сам. Вылезай. Бородач, как ты думаешь, Шишига здесь проедет по вот этой, где вот соточка? Олег, вдувай колеса. А что вдувать будет? Что это за подстраховка? Через лебеду? Сломали. Да. Знаешь, замкнутый круг. Мы здесь навсегда. Нормально идет.
Да, надо перевернуться ему задом. Для остроты ощущений. Не, я имею в виду вперед задом поменять просто. Да он сам не может выехать. Но друга не бросает, видишь? Стой, стой, стой. Да, скользко тут, весна. Да, нормально. Достал. Что, не намок? Не намок? Нет. Понял, какую машину надо покупать? Поджеро, блин. Огонь. Я, честно говоря, думал, смотри. Да я тоже думал, вон уровень был. А, смотри, вода сюда куда-то, наверное, пошла. Видишь? Что, это вентиляция от чего? Салона. Да там она не дошла все равно. А что там, 3.0? Что там за мотор? V6. V6? Давай. Хорошая, легкая, ну. Да? Где V6? Паратишот. Где V6? На борту написано, не почитаю. Где? Есть? А, V6, да. Все правильно, значит V6. Он классно дергается, но... А, генератор вверху. Это по родному доедет? Да, вот это прямая тема. Ранчероки же тоже так стоит вверху. Нормально продумано. Продумано сразу, да. Молодцы, конечно. Хорошая машина. Чья жертва небольшой. Не, ну там не засчитывается это. А кто-то что-то сделал? Колеса не испачкались, кстати. Так, пошел на заезд номер 2. Гонится. Ребята, готовьте камеры. Что там? Он на мойку. На мойку решил заскочить. Да не, это бородач очканул, выстрел был просто. Очковая кобра сработала. Слышали, как бородач очканул, выстрел какой был? Что там, грязно? Да что даже, да. Ну, у меня лучше видно, а ну посмотри. Да, получше играть. Выстрел какой-то был такой. Ну, бородач очканул и выстрелил. Вот уже понял, ну поздно уже было останавливаться. Беленький. Тебя на фоне шашейки тяжело разглядеть.
И есть такой зеленый. Он ему втирает там, да? Пользуясь случаем, передает секретные данные. Глумится, короче. Дерево. Механика сила. Шишига ресурс на сегодня исчерпала, мне кажется. И так она уже долго ездит. Сегодня, да? Да, да. Я думаю, что это остров. А там чешем прям. Глушитель от бомбы, да? От бомбы, я тебе говорю. Бомбу распилил, наверное, на запчасти уже. Бак мыши погрызли или собаки. Сматываю? Сматываю? Да, сматываю.